Доброе утро! Как, сидя дома с маленькими детьми, стать успешным предпринимателем и даже выйти на всероссийские торговые площадки? Скажете, это невозможно? Возможно! Именно так сложилась история бизнеса Марии Рузанкиной, самозанятой из Сургута. Несколько лет назад я работала в крупной авиакомпании, и что-то похожее на шоколадные сигары мы дарили подрядчикам. Это была тоже продукция из шоколада, но это был просто отлитый шоколад, а мне пришла идея, что можно такие же сигары делать только с начинками. Выглядят они как настоящие, пепел, все съедобное, и есть 5 разных начинок. Начинки натуральные, допустим, мята лайм, это настоящая мята. Сейчас у меня есть заказы в Сургуте, люди, которые живут в Сургуте, заказывают у меня продукцию, а также поставка на Wildberries. Основной товар у меня идет, конечно же, на Wildberries. Фонд «Мой бизнес» предложил Марине не останавливаться на продажах продукции в регионе и предоставил личного консультанта для вывода ее на виртуальную торговую площадку. Это было совершенно бесплатно. Сегодня сотрудничество плотно продолжается и готовятся новые поставки шоколадных подарков в Белоруссию. Удобна очень самозанятость, так как я работаю дома, у меня 2 деток маленьких, я успеваю и дома с детками побыть, и сама изготавливаю продукцию, также мне муж помогает, поэтому мне удобнее самозанятость было оформить, и пока что в планах нет открывать цех или помещение какое-то арендовать, очень удобно работать. В Югре самозанятые могут получить различные меры поддержки. Они, приравнены к субъектам малого и среднего предпринимательства, могут получать финансовую, нефинансовую меры поддержки. Финансово, например, относится компенсация банковской процентной ставки, могут взять микрозайм, могут получить субсидию от центра занятости, центра социальной защиты населения. Образовательные они могут прийти в фонд и получить дополнительное образование в части ведения бизнеса, рекламы, маркетинга, продвижения своей продукции. Когда у вас есть хорошая идея, мысли и план реализации своей идеи. Не стоит бояться, нужно идти и действовать. А фонд поддержки предпринимательства Югры вам поможет.